Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на КСФЛ. У меня на балике 200 бачей. Давайте со старта сделаем ставочку $20 на красное, потому что 4 последние раза подряд падала черная. И по всем законам логики я сейчас должен выигрывать и ловить красное. Я же прав? Я прав. Плюс 20 бачей мы делаем со старта ролика. В прошлом видосе мы на самом деле поднялись до 580 или до 540... Да, 538, $540 у нас было, если округлять. Но я катал вне ролика, из-за этого немножко подсилил баланс, потом я еще на стриме там что-то катал. Короче, сейчас у меня на балансе 200 бачей. Надеюсь, сегодня мы все это дело камбэкем. Ну и на самом деле просто поднимем баланс. Если я подниму бачей 100-150, я уже буду счастлив. Но если x2 к балансу сделаем, и там будет 400 баксов у нас на балансе, то это прям вообще красота. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на КСФЛе, вы можете при пополнении ввести промкод НИКЛУД и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводить его нужно вот сюда. А еще у них вышел ивент «Битва сторон», вы можете выбрать КТ или Т-фракцию. Выбирайте фракцию, выполняйте задание, за это получаете вот эти вот монетки. На эти монетки можете снизу открывать кейсы и отсюда забирать халяву. Я уже около 1200 баксов со всех этих кейсов 100% выбил. Я и на стримах эти кейсы открывал, выполнял задания, и в роликах я каждый ролик сейчас выполняю миссии, открываю эти кейсы. И с них, поверьте, лутать можно очень много, особенно с вот этого вот самого последнего кейса. Я отсюда ножик уже выбивал, ну, раза 3-4 точно, даже может 4-5. А также у них есть карточки, за каждый цент депозита вам дают один КСФЛ коин, и вы на эти коины можете сыграть в карточки и попробовать выбить халявный скинчик. Вот у меня есть 18900 КСФЛ коинов, давайте сыграем. Так, вот здесь вот так вот сейчас тасуются карточки, и нам надо выбрать одну, и мы выбьем какой-нибудь скинчик. Вот где золотая? Вот здесь. Найс! Мы выбиваем 28 бачей, я из трех угадываю самую жесткую, мы еще делаем плюс 28 баксов. Мы это дело продаем на балике почти $250. Ладно, давайте возьмем задание. Вот это вот выиграть две игры подряд в дифьюзе шансом меньше 9%. Мне кажется, это задание выполнить легко, потому что здесь нужно ставить всего лишь по $1. Так, получается дифьюз меньше 9 и вот так вот. И два раза подряд выиграть. Я, конечно, последним в позапрошлом ролике, ну, в принципе, у меня была серия роликов, где я из-за дифьюза сливал балик из-за вот этих вот миссий в дифьюзе. Но если ставка по $1, можно спокойно выполнять задание. Это не так рисково. Я хотя бы не теряю сразу там по $10-15, потому что бывают и такие ставки. На самом деле, не, бывает максимально вроде было в $4-5 ставить и ловить там меньше 20, но это тоже очень жестко сливает баланс. То есть вот это вот лучше два раза подряд, но поменьше шанс. Вот видите, я уже выбил, мы выполнили задание. И при этом я особо сильно не рисковал. Идеально, просто идеально. Так, мы заработали 997 монет, давайте откроем вот этот последний кейсик. Так, покупаем все шмотки для него и полетели. Ну что, давай ножик за $173, ну чтобы вот прям все красиво было. 173 бакса, ножик, пожалуйста. Ох ты ж, как ты меня байтишь перчатками за $830, слушай. О, как это мерзко, почему не, ну почему, блядь, почему не перчатки, $6 упало, от, не, 6 или сколько, ну вот этот упал, да, 6,9. Ой, ладно, выиграть 3 игры подряд в краше по одной ставке, ну вот это, кстати, тоже задание не очень сложно, 1,7, я думаю, часто будет падать, давайте сейчас попробуем, 1,7, ставка, давайте по 20 бачей будем ставить, чтобы комиссию отбивать. Ну и зарабатывать побольше. Так, получается 3, а я задание-то взял. Так, 1,7, мы ловим, нормально. И задание я взял, да, и так надо еще два раза подряд выиграть. И мы выполним задание. Ну, звучит не очень сложно, как будто можно. Так, следующая ставочка, также 20 бачей на кайф 1,7. Надеюсь, сейчас второй раз подряд поймаем. Но вообще надо 3, 3 раза подряд. Спасибо, спасибо большое. Ладно, давайте также 20 поставим на 1,7. Так, 1,7 выдает, нормально, 256 бачей уже на балике. И надо всего лишь еще два раза подряд также поймать, и все, и мы в шоколаде. Давай, да, блин, ну ты опять 1,5, можешь рискнуть 36 поставить, чтобы хотя бы уйти в плюс. Ладно, еще два раза пробуем, если сейчас будут краши, то нахрен уходим отсюда. Так, нормально, 1,7 он выдает, но мы неплохо поднимаем баланс, но все-таки нам надо и задание выполнить, честно скажу. Я просто сам по себе в краши не особо люблю играть, я на всех сайтах краши не то, что прям очень люблю. То есть мне какое-нибудь колесо на фейле намного больше нравится. Это, в принципе, мой самый любимый режим. Но задание это хочется выполнить, а не получается, да, сейчас 41 бакс. Ну вот если выиграем, то, естественно, пробую еще два раза подряд поймать. Ну, мы выигрываем, мы на удивление выиграем. Ну ладно, меня радует то, что мы понемногу вроде поднимаем баланс. Да, плюс $69 уже сделали за видос, это неплохо. Но хочется больше, честно скажу. Так, тут был кэф аж 37. Ну чё, мы также $20 на кэф 1,7 полетели. Ну нет, второй раз подряд мы ловим. Слушайте, мы еще один раз ловим. Вот прямо сейчас, если ловим, то все, мы выполнили задание. И при этом подняли почти уже 100 баксов. Да, я так и думал. 1.00, ну конечно. Все, полетели просто в колесо. Поставим мою любимую поставим по моей любимой стратегии $30 на 3x и $30 на 5x. Давай, давай, надо 5x, прям по красоте. Выдавать 5x, я тебя прошу.
Ну, нет, тут 5x не будет, но хотя бы 3. Хотя бы 3x нам падает. Нормально, нормально. Плюс 30 баксов тоже неплохо. Давайте также прям повторим ставочку. $30 на 3x и $30 на 5x. Давай, давай, давай. Если 5x выдаешь, я заканчиваю ролик. Кстати, вот сейчас может. Сейчас может. Стой, стой, стой. Он выдает 5x. Ну, пацаны, ну я, ну извините, я пообещал. Я бы продолжил катать, но на самом деле мы просто подняли очень много. Мы сделали почти. Ну, вообще, вот x2 бы к балику добить и поднять вот 18, ну, $17 еще. Давайте вот сейчас. Чтобы прям 400 было красиво. Давайте сейчас на красное поставим 17. Ну, я хотел закончить ролик. Возможно, это сейчас сыграет со мной плохую шутку. Я солью весь баланс, если буду удваивать дальше и пытаться подняться до 400 бачей. Но все-таки хочу попробовать. Есть ощущение, что смогу спокойно это сделать. И мы закончим ролик ровно в x2 от баланса. Давай, стой, 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 стой. Ну, ты, вот, вот что-то есть ощущение, что я зря это делаю. Но я знаю себя, и я, ну, я не буду останавливаться. Я дальше ставлю $34. Все легко, просто дай красное. $70. $70 мы ставим на красное. Да, все, красное нам падает, нормально. У нас на балике $402. Мы на этой прекрасной ноте заканчиваем ролик. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промкод НИКЛУД и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводить его нужно вот сюда. И все, мужики, мы на этом заканчиваем ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой красивый ролик можно. Мы сегодня одно золотое задание выполнили, свою фракцию бустанули, кейсик дорогой открыли, а в колесе подняли очень жестко по моей стратегии. Но, пацаны, ролик просто идеальный, то с вас лайк, подписка, комментарий по-любому. Все, парни, всем удачи, всех люблю.